Так, Мурлокос, ты как представитель моей гильдии, поглядывай и посматривай, кто желает в этот рейд. Пока что здесь нет системы такой ПГП, Пока которая у что. нас, потому что не все еще вступили, еще тут тестовый режим, поэтому ходим по консулу. Насчет консула мне нужны. Почему DMX убрали? Почему это? Ну, сейчас лучше ДД какого-то взять. Если мы будем DMX брать, у нас у хилов там ДД спеков нету, мы не убьем с лица. В общем, от первого рейда будем отталкиваться, кто сколько дамажит. Там будем на будущее смотреть. Димикс в гере в 25-ке лутанул хорошо. Так, за пределе, шатрат. Давайте летим. Лок есть, слава богу. То у меня локи, которые играют раз в месяц. Вот два тела найдутся с трех гильдий. Павший по скребите там по сусекам и... Или, я так понял, всех зарядил, да? Сколько Я примерно своих нужно? подсуетил немножко. Шальная тетя времени. Ну, 3 часа мы примерно будем. Ну, вот сейчас уже 2,5 примерно. А что ты По хочешь? поводу вайпа не волнуйтесь, у нас обычно РТ до полуночи, так что мы, если что, мы можем подальше. Да, я пока что, видишь, не уверен просто, кто до скольки может. И до 23 написал. А так, я думаю, час дополнительный можно будет давать. Но опять же, я... Ну, в такие дни, скорее всего, либо это будет пятница, либо суббота. Воскресенье, вот не знаю, просто у тех, у кого часовые пояса слишком близко туда, что вставать типа рано, что воскресенье это в понедельник вставать на работу, люди же работают некоторые. Вот что по пятницам, по Слава. субботам можно будет. Чего? Слава, смотри, это Биск Найт. Я, если что, в субботу буду отсутствовать полностью. Хорошо, хорошо. Ну, я заранее тебя предупреждаю просто. Кто в Дискорде, вот в моем. Там, когда роль получите, там будут каналы, там этот есть приду, не приду канал. Там почитайте, там миллион каналов. Полчаса, наверное, читать. Ну, я сегодня читал. Так, Мурлокос, пошарь у нас кто пойдет, нет? Скажи два слота. Консул лут. Ну, шмоты я не обещаю, Т5 в особенности. Надо кого-то зарядить. Надо вообще прийти убить. Хотя бы рыбу слепца. Если слепца убьем, сразу робота пойдем, чтобы у нас были куски Т5. Ну не у нас, а у этого рейда, который, не знаю, оживет или нет. Ну, вроде как помощь овервайпов должна это сыграть прям роль большую, потому что у них очень заряженные персы. Плюс какая-то часть есть и тут. Ну, массовка есть в плане того, что вот тут ряды, мотивированные люди. У тебя они не одеты, и кто-то что-то не знает. Но если подтянуть, будет нормально. 258 4D4 шипы пойдет. Это кто? Шальная тетя. Илья шипы. Часа на 3. А что он дает в этом 58-м? Я просто не знаю. Кто это вообще? Это с какой гильдии? С триады или откуда? Ты На шальная... тетя триада. Я не знаю, брать, не брать. Ну похуй, давай возьмем, пока никого нету. Пишет 12-15. Похуй, да, посмотрим. Там, если на слепце упремся во что-то, там подумаем. Вот жуки мало дают, мне не нравится вообще. Очень мало. 9000 венхи. Либо что-то, я не знаю. Хотя на Слав, мне на сурке... 2 минуты био отойду, я уже здесь. Хотя на сурке он, по-моему, давал. Пошли в инст, все, не надо здесь суммонить весь рейд. Пошли в инст, там Там поставим... еще Святос предлагает свою помощь на магии. Пускай заходит. Заходи. Там до рыбы сейчас дойдем и поставим там этот самый, как он называется, шкаф. Я сам радуюсь, что я в ЗС иду сегодня. Посмотрим, посмотрим. Тут на рыбе трабла, если ДПСа прям мало будет, то будут копиться мобы. А они под водой сидят и стреляют. Ну, они когда начинают стрелять по рейду, плюс босс удар половника дает, могут попадать люди. Вот как бы... Ну, в принципе, все резанули на 20%, так что 380 на сурке было. Причем то ли в 5 хилов, то ли что. Ну, там дамагеры по 9000. Не знаю, должно нормально быть. Идем за звездой. Мобов не сагрить. Главное лог. Где лог? Мы Трибах. потеряли лока. Разбился, что ли? Ты же знаешь, да, дорогу там?
3 балла, знаешь, нет дорогу. У нас там 4 хила было. Я могу в этот дискорд скинуть. Кстати, я вот насчет Нарти не знаю, подскажите, кто-то стряд. Как он с Димиксом, как соотносится? Они вообще оба скиллованные или оба не скиллованные? Как, у кого опыта больше, поясните там. Инфа какая-то есть? Ну, Нарти побольше, в разы. А. Ну, пусть пока он тогда будет. По стеночке тут бежим до лифта. Не сагрите пачку только. Пока мы воронки не фармим. Давайте. Где там кружок? Или Денмарк. Он тоже летит, Винс, нет? Летит. Видать, на орке 19, а на других боссах 9000. Там, когда бегать надо, сразу ДПС падает. Не, у Энху, конечно, тяжело с этим. Слушай, Жуки, ты вот, у тебя ЛМ есть. Развивай его, я тебе сразу говорю. Потому что начнется Джайна, ну, когда-нибудь там через полгода начнется Джайна, ты там на Энхе, ну, абсолютно не нужен будешь. Ну, разве что, если Энхе 50 тысяч начнут давать, тогда может быть. Так что развивай ЛМа. Возьми это в приоритет себе. Лем это и РДД, и он нужен там очень на джайне косты сбивать. Хорошо? Или что, или у тебя Энх это жизнь? И скажи сразу только. Вообще он Лемом был у нас. Ну потом, все. Когда Энхов бахнули, он стал Энхом. Через Лема играем. Бомб это. Все, вот сюда прыгаем. Сюда прыгаем. Значит, даю эту парашу, листую. Так, надо еще раз, да? И идем. Куда сейчас? Вот сюда. Вы это в воде не купайтесь там, чтобы бой не вешался. Сейчас тут шкаф поставим, уже все засумоним. Был еще пал. Кто-то делся, да? 3 хп же было. Нет. Ну он слабый, который... Я 246, я не захилю. У тебя персов других нет. Один упал. А ты стряды я хиляю вас, которые. Да. А ты у меня на РТ на какой-то попал, да? Целка обычка 25. А, да, целка 25 обычка была. Это который все бомбы ловил и от пельмени сдох. Так, Нарти, ну ты у меня. Так как вечерний тоже залетаешь. Пока система не работает, так что. Чтобы глаза не мозолить. Давай этот шкаф. Подожди, стой, 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 не давай. Блять. Он проваливается просто тут. Исчезает. Исчез, да? Пошли. Где тут труба? Вон, пошли на трубу. Где ты, милая женщина? Вот на вот этой трубе вроде не проваливается шкаф. Подрубите работягам стрим, они уже все, слезки текут там. Сейчас. Бунт скоро будет. Сразу 2, ребят, налетай. Это прям одновременно, но... 3. Ну понятно, КД, короче, это самое, как от КДшца поставишь, там будете суммить. Пока метки поставлю. Так, мы с тобой, Марук, работаем, значит. Ну и, в принципе, давай, дед тоже будет в этом варианте. Третьем там. Мне чё, смотри, мне прям 4Т4, да? Или 2-2, опять же. Да, 4Т4 оставь. Сейчас сек мобила. Короче, блять, вот тут вот танк. Так, теперь трэш. Трэш стоит в кружке. А танки Дед Мороз, Мороз и Марик стоите в этом. То есть из кружка там будут стражи, они рассекающим бьют. Они будут смотреть на танков, которые стоят в ромбике. Вот.
Это для миликов. А милики, соответственно, сбоку босса примерно бьют. Примерно вот тут. Треугольники. А РДДшники распределяются вот на этот островок. На тот тоже можно, не знаю. Там. Хилом я стою вот здесь, вот этот факел, чтобы не откидывало. Кто там быстрее кирезает. Если не сумоните, подойдите сюда. Я, в принципе, сейчас к факелу поставлю метку. Луну. Для хилов. Вот я спиной к факелу стою, не откидывает, спокойно хилите. Босс простой очень. Он когда ныряет, надо просто... когда водомет начинает крутить, он ныряете просто под воду и все. Но когда ныряете под воду, надо нырнуть так, чтобы вас хилы могли видеть, доставать. И не рыбачьте никто, пока мы всех не засумонили. А то еще босса вызовем, вайпнемся. Что там есть шкаф, да? Ну, надо по карте гляньте тех, кто в начале там стоят, сумануть. Тыкает кто-то вообще? Тут не тыкает никто. Вот. Тыкаем. Соломка, Марук, Шура, Грут. Не могу я его отменить, он там занырнул. Я не могу его это убрать. Принимайте, Суман. Так, Соломка. Дедмарка и Соломку еще сумоним. И кто еще там где? В Заларанах никого больше нету? Соломка ФК, что ли? Вроде сумонул. А вот появился. Денмарк сумон был. А вот сумонули. Че, по Далранам никого нет? Ну пошли к этому на платформу. Так. Вот рыба. Когда идете в ЗС, там сразу БКшные фласки себе закупайте. Там в будущем посмотрим, если начнем фармить. Ну я в принципе людям своим фласки даю только на Келя, Джайну и Вайш. На остальных боссах, кто БКшные пьет, кто сопроты. Ну когда как. Если хватает ДПС. А на этом боссе какая магия? Какой природа? Природа, темная, там, огонь. Там лед, по-моему. Лёд. Он плюет хорошо водой. Ну, ее не ловит никто, там просто ныряешь под воду и все. И здесь стреляют в тебя эти. Может, и яд какой есть, не знаю. Ну, стреляют мобы. Этот Марук и Дед Мороз. Вы вот тут вот в кружке мобы стоят, а вы сами в ромбике стоите. Лицом на ромбик мобы смотрят. Мобы называются стражи, это приоритетные мобы. Остальные душительницы, которые, они не приоритетные, они просто стреляют. Если где-то вон там на острове есть, там я грипну одного, и этот Дед Мороз там грипнешь. Все, рыбу поели. Так. Фласка у меня есть. Все, проверка, и будем рыбачить. А, и насчет лута. Мне нужны ответственные люди, кто мне может посоветовать насчет своих людей, кто там чего, кому как надо, кто как часто играет. Вот с овервайпа в Кускавелия будет, с триады Марик будешь, и с спавшего кто будет, кто там есть. Ты запавший, ну и все. Чтобы можно было быстренько рассудить, кому дать, кому не дать шмотку. Что там, люди не здесь еще? Некоторые. А, вон кто-то зашел, может, не перекинули. Шустренько. А, этот войс имеет это ограничение с ролью, да? Он имеет ограничение на активацию по голосу. Ага. Мне кажется, сейчас шкаф пропадет. Нет, вот он и есть. Удобная вот эта штука тут. Это он пропал под пол. Ну-ка, шустренько принимай. Вот рыба стоит. Шкаф, там снизу соломка сидит. Снизу? Угу. А что он там сидит? А, может, видный канал такой для него?
Я перенес, перенес. Все, давайте проверка. Значит, очень просто нырнуть, ныряете, этот самый быстрый. Кто вообще это быстрый кирзает, знаете тактику на, это, на этих боссов? Нет. Быстрый вот. Нет. Вот луна, вот смотри, быстрый. Вот я вот тут хапалом стою, вот так вот, в этот, как он называется, факел, чтобы тебя не откидывало плавником. Уже. Вот, и стоишь, хилишь, нормально. Когда водомет, все ныряют. Просто выбегаешь, ныряешь под воду, и там уже хилишь. Милики, соответственно, думайте, если вы тут будете нырять, и на вас будут эти рыбы, то, ну, подумайте о том, чтобы нырнуть там, где хилы ныряют, чтобы они вас могли хилить. РДДшники тоже, если ныряете, смотрите, чтобы вас видели хилы. Вот. Хилы вон возле луны стоят примерно. Милики в треугольнике бьют. Я танчу звезде. Дед Мороз с Маруком танчит трэш. Когда босс ныряет, он трэш вызывает. Все, рыбачим. Доставайте удочки, рыбачите. Вот только потом не забудьте сменить на пухе. Вот в это облако надо закинуть удочку и выловить. Босс вылезет. Достаем, расчехляем, закидываем. Шустренькая, вон островок есть, где кружочек на три бали стоит. Вот там можешь стоять. Клюнуло, походу. Давайте Геро, ДПС. Готовимся, скоро водомет. Ныряем под воду быстро. Нырнули. Все, босс этот самый. Все, мобов. Вот чтобы такого не было, надо забирать мобов вот этих стражей. Вот с меня со звезды заберете. Угу. Так на танком нырять не надо было? Нет, почему надо было? РДДшники, вот грипанул моба, его тоже надо зауешить будет. Крестик поставил. Значит, Эли, ладно, Нарфи, Нарти, Реса и Мурлокос, Мурлокос Трибала. Чтобы вот этого не было, сделайте свою позицию и хильте хорошенько сейчас. И крестик РДД задотывайте. Вы перебегайте, когда ну, на острове там стоите. Этот Дед Мороз, грипанешь крестик поближе туда, к кружку. Есть у тебя бледяшка? Хотя у меня сейчас уже откатится не грипы, сам грипан. Нарти, Мурлокоса найди и ресни. И рассекающий должен бить в ромбик. В ромбике никто не должен стоять. Я встал, меня рассекающий убил. Ты бомж, потому что. Да. Эли, давай резай Мурлокоса еще раз. Найдешь его? Вот. Резну. Вставай. Захилите его. Резай три балла. Когда три балла встанет, постарайтесь его тоже захилить. Щиток там дать успеть. Этот Мурлокос резай. Резай быстрее. Вставай, три балла. Шустренько. Рез и шуру. Беги, малыш, ныряем в водомет. Беги. Мобов играйте там, которых дотягиваете. Там бывает и вейдятся мобы, их не надо играть. Вот Денмарк что, не нырнул, что ли? То же самое с мобами сейчас будет. Вот и так он будет нырять, там, не знаю, может 10 минут есть берса. Сейчас опять грипану.
Вот эту бабу тоже бейте. Все, все, куда дотягиваетесь. И вот эту бабу крестик тоже будет расстреливать вас. Это что за параша? Это вы в воде сидите? В воде нельзя сидеть. Ладно, падайте. Вставайте под лицо стражи. Падаем. Не хилите. Сейчас босс, в принципе, вынимет, убьет всех. Дайте диван на кого-то. Всех убил удар по дуге. Вот вообще всех, кто умер. Слава, надо в помощь или нет? Пока нет. Ладно. Что-то я сейчас очень не понял, я таунтом промахиваюсь, почему? Я еще раз говорю, там есть мобы, которые вейдятся, они появляются и стоят на месте. Вот обращайте на это внимание, мобы, которые идут сюда. Есть? Ну он просто вроде пошел, я ему таунт кидаю, промах, три раза подряд. А он идет при этом, на хилов. Не, не надо. Вот тут вот в ромбике этот сюда подводят мобов, которые бьют по дуге. Вот тут никто не стоит, никто вообще. Милики, они стоят вот тут, в треугольнике. Как вы били, босс нырнул, покрутился, нырнул. Выходят мобы, вы смотрите. Сначала смотрите, чтобы стражи... Давай. Есть кто-то ловкий? Дракон, Марук, Бесткнайт. Кто с вас сможет поставить метки на стражей? Давай, этот самый... Раз их не видно. У кого есть аддоны, я спрашиваю, кто быстрее может это сделать? Ладно, метки никто ставить не умеет, хуй с ним. Не, ну без аддона реально жестко, тем более танку сейчас да, ставить. Да, да, я понял. Ешьте рыбу. Мобы, они всего два вида. Стражи и душители. Вот стражи, они бьют рассекающим. Их нужно в приоритете. Их три штуки выходят. Или три, или четыре. Танком забирать. Можно вопрос? А под водой, когда вы от водомета нырнули, нужно выныривать, потому что там накапливаются на вас рыбешки, которые дамажат. Этот дамаг ну, нельзя получать. Нужно выйти из-под воды и начинать бить мобов. Когда босс нырнул, нужно фулл ДПС давать мобов. Четыре роги вы напуливаете этих мобов в двух танках. В Дед Мороза и в Марика. Бесткнайт то же самое. Слушай, а надолго там получается-то нырять надо или как? Я вот с нырянием не совсем догнал. Надо нырнуть, а как через какое время вынырнуть? Как водомет закончится? Как водомет закончится? Босса в цель выбери. Это кто спрашивает? Танк или кто? Да, да. Надо мне вообще это, наверное. Тут же ДБМ работает? Или просто у меня опять багнулось? Не знаю. Он работает. Ну просто мне сейчас вообще ничего не пишет. Сейчас сек я релогну. Так, раз, два, три, четыре. Так, ну давай. Значит, Динмарк по шустренькой СС давай, а Трибал давай по Мурлокосу. Пока что. Мурлокос, расскажи мне, пожалуйста, братан, почему ты под лицом стражи оказался? Как ты так позиционируешь? Ну, когда я умер первый раз, он просто появился во мне и убил. А второй раз меня просто резнули. Ты где в это время стоял? Туда, где он был. В это время первый раз. Я вот тут на воде был. Я сюда пока прыгал, меня этот убил Гварден, а потом меня не мог Эрдру найти. Он вниз в воду спустился, БР дал, я встал, и меня просто клевом убило. Ты вот тут ныряй. Не там на углу, а вот тут ныряй. Ладно. Че, проверка. Самое главное, это чтобы под лицо стражи не встать и подождать, когда танки их заберут, и все, а потом вешать трэш, и все. И АДД, вы там на мостике, на этом островке стоите, и оттуда не дотягивайтесь, вот, который здесь, на островке, и с той стороны тоже, смотрите, душительницы, по которым урон проходит, их надо тоже убивать, иначе рейд заклеивает. И, кстати, Лучезара, у тебя холик сейчас или ДСшник есть?
ДЦшник у кого-то есть, шальная или соломка есть, или скука, или доты? ДЦшник есть вообще в рейде? Ну, она может спекнуться в ДЦ, у нее основной спек ДЦшник. Холик не надо здесь, давай в ДЦ. Холик здесь абсолютно не нужен. А щиты нужны очень. Холик он никак не догонит ходки и ртрушки. Ну, по крайней мере, на таких просадках. Они не постоянные. Ртрушки поэффективнее будут. На роботе нормально будет холик. Но с ДЦшником. Еще раз. Самое главное, чтобы не сдохнуть, это нырнуть на водомет, когда вылезет трэш, не словить урон от этого, от стража. Он бьет рассекающим. Стражи сводятся в кружок, танки стоят в ромбике. Вы можете бегать, конечно, чтобы стаунтить там или ЛПшку кинуть. Все, проверка. Это, ловите рыбу. Мужики на чё клеют? На червя вчера. А парыш? Может, по одной. На хлеб ещё, на прилавку. Готовимся, водомет. Готовимся, беги, ныряем. Малышка, беги. Выныриваем и смотрим, где трэш. Вот я одного в звезду приведу, потом с меня заберете. Нарти, Эрес и Элию. Фулбаф, каску, лапу, пристабаф. По трэшу больше. А уешьте прям знатно. Там по 2 ляма мобов всего. Душительница фуловая стоит. Дамажьте как-то посильнее. Но в первую очередь вот страж. Или лесы дракона. Скоро появится босс. Все, босс появился. Душительница задотайте. Угу. Все, и босс убьет. У дракона рыбов. Или расскажи, как сдох дракон. Кто убил? Меня клевнул трэш. Клевнул трэш. Где он появляется? На момент, когда я поднимался на этот, на бортик. В другое место где-то ныряй. Раз там, когда где Мурлокос. Ну, со стороны островка приходит, скорее всего. Один вон оттуда. Беги, малышка, ныряем. Беги. Все.
выныриваем и смотрим, где трэш. Вот, со стороны. Вот. Захильте, захильте. Все, потом заберете. Так, это я припарню сейчас. Ты это, в следующий раз стража не гриппай, потому что есть душительницы, которые надо гриппать. Вон, которые в частности стоят. Вот это вот, видишь? РДДшники тоже ее за это уничтожьте. И вот эту тоже надо уничтожить. Дромбик поставил. Потому что они будут рейд расстреливать. Вот там один ЦВ делся, моб. Вот луну на него поставил. Он вроде как стоит. Душительница. Ромбик, ромбик, РДД бейте. Когда босс нырнул, перепрыгивайте с островка и бейте, пожалуйста, мобов. Потому что они будут расстреливать и накапливаться. Я же говорил вам, пачка РДД, во сколько там, 10 человек стоит. Притяжка у КД, у ДК 30 секунд. У нас 2 ДК всего. Босс появился. Босса играем теперь. Потом будем мобов добивать. Дайте Геру сейчас. Там бешенки на ком? Вы кто-то под водой, что ли? Я не могу понять. Беги, малышка, ныряем. Беги. Смотрите, чтобы бешенки не загрызли тоже. Какие-то сейвы свои смотрите. Вы чё, ныряйте на водомет. Шура, как дела у тебя? Урлокос, будешь его резать. Выныриваем, смотрим, где стражи. С это вот со звездочки идет, не гриппа его, грипп не трать. А чё? Страшно, а это рядом с луной просто хуярит хилов. Ну, давайте падаем. Походу респаун на боком поставили по-другому. Тут типа вот. Где эта платформа, там всегда две вот эти две наги душителя и страж вот появляется вот на углу вот рядом с луной. Вот появился страж с прошлой пачки, он на мне сагрился, он короче в воде все это время был, никого не трогал. Вот. Да они, не забили, а потом тут, воду они прыгнули, то двигаются, то не двигаются. Пошел пиздиться. Да, все. Да, он на тебе висел, я его периодически прям таунт, что он не реагирует. Хотя при этом я вижу, как он тебя бьет. Нет, ты таунт не трать. Таунт это когда кто-то сорвал моба, ты тратишь. Ты смотри, что моб шел. Не, ну там шел. Я просто уже стоял в этот момент, ну, мне не нужен был таунт, я пробовал, когда я хорошо, нужен. Давай на другую сторону, значит, перебазируемся, раз трэш тут весь появляется. Пускай он до нас идет. Хотя, с другой стороны, как мы душительниц будем бить. Надо убивать. Так, давай вот эти метки все уберем. Хилы занимайте позицию. Вон на островке занимайте. Кто-то возле биликов там. Ну, факела там максимум, пусть хапал. И вот тут может в принципе стоять один хапал, а у того факела другой. Ну и когда выныриваешь, там не к факелу, а в эту в сторону куда-нибудь проплывай. Так, едим рыбу. Так, что интересно по дамагу у нас? Кто что бьет? Так, страж. Скрытень.
Это бескнайт, стражей побольше стреляй. У меня проблема была сейчас, у меня пет забагался вообще, стоял на месте. Я поэтому и ДПС вообще, ты видишь, у меня там вообще даже десятки нет. Ну это вот потому, что он, видимо, побежал на того, который и вейдится постоянно, наверное. Не, он с самого старта начал бить босса, он вообще остался на месте и все. Я пытался его отозвать, призвать, и никакого рефлекса не было. Даже самого пула, понимаете, он забагался. Все готовы, рыбачьте. Вставайте по местам. Так что, я не понимаю, позицию-то поменяли? Куда-то что-то сдвинулось? Не-не. Силы главное, чтобы разошлись в одном месте, не дохли. Вот один вот факел, который возле звезды. Можно, чтоб встал. Да, вот. Вот этот вот факел. И там факел. Геру, давайте. Вот опять же, медведь просто стоит на месте. Я бью босса, а медведь стоит на месте. Тут текстуры баганые. Геодата обоссана. Просто у него у медведя мимо. Все понятно. Выныриваем, смотрим, где мобы. Ну, он один отсюда идет, один вон оттуда идет, и основная пачка вся тут появляется. Так, вот этот вроде и выйдется. Череп поставил. Обращайте внимание только на двигающихся мобов. И вот эту всю заливайте парашют. Душительницы там бывают, вот под водой сидят, но не стрелять будут. Ничего не поделаешь. Они типа провалились. Вот эти вот два не двигаются. Они могут исчезнуть, а могут потом двигаться начать. Вот на Мурлокоса пошел, его надо забрать. Нет, он не таунтится. Нет, нет, тут бесполезно. Мурлокос, срезай соломку. Где сам Мурлокос? Целом кства, каскула по пистобах. Дед Мороз, сходи за моей спиной, моба, грипни сюда, душительницу. Угу. Потом откатись, еще раз грипнешь. Готовимся, водомет. Ныряем. Когда босс исчезнет, готовься кирзать массакру дать. Давай массакру. Блять. К звездочке еще страж идет, заберите. 3 балла. И сесть грипп какую-то эту, можешь эту гриппануть туда, в мелизону, чтобы заклеивать. Нарти, ресы, 3 балла. Ну, он страж вышел, черепок. Набирай игру.
Трибал, вставай. Хирургию поднять? Да, поднимай. Быстрее захилить. Каску лапа при тобой. Ну по 11 тысяч, конечно, ДПС слабый. Босс такой просто. То есть, то нет. Беги, малышка, беги! Трибал, что кнопка исчезла? Пиздец какой-то. Падаем. На острове такая лютая херь творилась, страшно из воды вылазить. А там со всей пачки даже с этого, с массагро, короче, один какой-то там пошел, все. Остальное мимо. Под водой нельзя, блядь, потому что рыбы грызут. То есть под водой ты ничего не делаешь. Ну это понятно. Я к тому, что они как кинулись, арабы на РДД, начали грызть всех подряд. Чего случилось? Заведился. Что там у нас резко, да, 50 секунд. Ну так, резы. Вон хилов потихоньку. Да, Дживса бы неплохо. Кто убивал вообще эту рыбу сейчас, кто в рейде есть? Ну, кроме тех, кто на твинках там. Не, ну ДПС, конечно, побольше надо. Короче, проблема со стражем, который вот в черепке появляется. Он, типа, появляется, отвейдивается, возвращается обратно, опять идет бить, опять отвейдивается, опять возвращается обратно. У него ХП все время захиливается. Он никуда не хочет двигаться. А если кто-то рядом окажется с ним, там, не знаю, в его сторону посмотрит, он начинает такой оживать. Идет всех пиздить, вот. Да, и клиф дает, подбегает, клиф дает и убегает. Да, да, он подбегает, дает клиф, вот так шустренько я умерла. Там трибал, там многие умерли просто из-за него. Он типа стоит, отвейдивается, агрится. И вот, ну, не знаю, с каким-то шансом потом идет и пиздит просто всех. Причем вот какой трай, да, ой, то есть вот каждый трай, он появляется в одном и том же месте. Нет, ну тут они все в одном месте появляются, могу даже типа метки расставить. Ну вот этот прям всегда в основном вот здесь вот тусит. Ну да, он появляется только в этом углу. Две вот эти бабы-наги, они вот здесь на платформе, где вот РДД стоят. Один. Ну факт в том, что вот здесь на этом кольце не появляются стражи, правильно? Появляется вон только вон оттуда. Появляется вот только появляется. В воде и вот, вот здесь вот между РДД и миликами. Вот я могу примерно поставить метку. Вот, ну тут чуть дальше, короче, вот где-то вот где я, вот появляется страж. И он просто типа стоит, стоит, потом резко идет, всех пиздит. Значит, РДДшникам там не надо стоять. Давайте РДДшники на это кольцо тогда переходите. И тут распределяйтесь. Попробуем так. А то кливом постоянно убивать будет не очень. Не знаю, я стоял на РДДшнике, не помирал. Мы тоже стояли, так раньше там не спавнился никто. Короче, смотрите, где они появляются, потому что это прям вот откуда мобы выходят. И начинайте с той стороны нырять и выныривать, чтобы мобы вас не убивали.
Тут, кстати, в мили-зоне есть спот, где не отбрасывает, только дамаг проходит. Но я его пока не нащупал, у меня пару раз получилось. Это там, где вот факела. Не, вот прям у босса, вот где-то вот, вот тут ты ногами становишься двумя в воду, и она не отбрасывает. Только я так не понял, где именно. Доты летят. Тут нет. Вань, ты тут? Блин, ДПС удалил. ДПС линканул? Кто там на самом последнем месте? 3 балл. Но он и умер чуть ли не первым. Потом соломка. Тоже умирал. Я там тоже где-то в конце. Вот сейчас попробуйте с кольца, может быть, будут петы бить и бесы, там, не знаю. А ты бы с ханги стоял. Тоже на островке. Да, да, я тоже стоял на островке. Сейчас отсюда попробуем, может быть, будет бить. Может, пет найдет к боссу дорогу. Че, летят доты, все? Сделай еще раз чек. Он не шевелится, стоит, я на него черепок поставил. Три балл. Ну, это рыбачите. Вылавливайте рыбу. Старайтесь свои сейвы там подключать, всякие тучки, там, дубовую кожу, что там еще есть. Все, что возможно. Щитманы там, магия. Локи, телепорты, юзайте. Все, начинайте юзать, потому что надо выживать. Буду, вот короче, я стою. Буду давать. Буду давать зыбку. Ну там миликом покажешь. На. После водомета буду давать незыбку и массакру с быстрым, короче, на первую, на вторую посмотрим, откатится, нет, должно откатиться. Готовимся водомет. Беги, малышка, беги! Так, дал незыбку. Давай массакру. Быстрый. Угу. Да. Все. Стараемся теперь, пока сакры есть на нас, стараемся выжить. Вот. Подвел моба. Вот груда, кто убил и как. Вы видите, стражи идут, вы можете отойти от них. Там и танки есть, и хант есть. Ну. Мурлоко, срезай мага. Если грипп есть, гриппани, которого гриппанул звездочка. Дед Мороз. И быстрее, быстрее. Вот стража, и вот эту бабу тоже надо бить. РДДшники, вы видите ее вообще? Нет, вот она. Она фуловая стоит. У вас 10 РДД в рейде, вы ее должны убить. Мурлоко, срезай груда. ДПС надо. Скоро босс появится. Груд, вставай. Где? Где Грут, я не понимаю. Может, вылетел? А, печально, когда голоса в DC нету, дамажим. Нарти сразу резать будешь Лучезару через 3 секунды. Зыбка вроде откатится под воды нету. Как раз Лучезару и Иннер ей дай. Каску лапы приставаем, ныряем.
по откату массакру даешь. Как откатила, сразу даешь. Все, водомет кончился, давай массакру. Где ваши трупы вообще? Могу кого-нибудь поднять. Трибал. Вот скука. Вот тут что, страж проходит, вы тут стоите. Ну выныривайте вот здесь вот. Вот здесь вот выныриваете. Как вы умираете вообще? Ну просто интересно. Давай, кто там больше с них даст. Ну давай резай вот скуку. Или. Да. А шустренько резай 3 балла. И тут еще вот душительница стоит, ее тоже бить надо. Бейте, бейте. Телепорты, я говорю, еще раз поставьте локи. ШПшники, выныриваете и тучку даете, чтобы такого не было. Рассекают, чтобы вас не убил страшка, который не видно, где появляется. 100% не сдохните. Задотывайте вот этих баб. Душительниц, то они расстреливают очень много дамага по рейду. Ныряем. То же самое, быстрее повторяем. Давай массакру. Захилим рогу, не сдохни. Жуки. Юзай вставалку, братан. Захилить его. Душить что-то грипанешь по откату. Все вроде бы хорошо, просто не умирать. Грипайте и бейте побольше по трэшу. Душительницы на острове, их тоже убить надо. Они стреляют, очень много дамага по рейду наносят. Из-за этого вероятность, что люди упадут, очень высокая. А уешьте 3 моба. Короче, по мобам доигрываем, потом босс. Убивайте. На острове бейте мобов. Видите на острове, где вы раньше стояли? Две душительницы. Мультидоты типа. По боссу тоже играйте. Туда и туда. Помогите луну добить, или там пару шипы только бьет. Кидайте туда что-то. Милики там подойдите, чаржнитесь, что-то сделайте. Ну, дамага наносит много своими выстрелами. И все, и босса дальше. Вон, вот там, что за мобы, это рыбы за кем-то плавают? Кто там плавает? Дыряем. Вы рыб не копите. Так много, какой-то милик копит. Вы ныриваете, потому что рыб нельзя копить, они убьют. Все, по откату. Это. Давай массакру. Самое главное выжить, если будем убивать этих мобов. Что там до гриппа у тебя? У меня 13 секунд. Угу. Так, ну вот страж заявился, видимо, который всех шутал раньше. Квадрат. Мобов. Вот эту на острове убейте и вот эту пачку. На острове убейте. РДД, подойди. Где вы, РДД?
Вы, ну, вот, дамажьте, мультидотайте. Максимально. Скоро появится босс. Готовимся. Дадим Геру сейчас. Даем Геру. Я вот не помню, есть у него Берсали, он так покадает будет. То, что душительница под водой накопится, пошотывает нас. Давайте пьем под Гера пока. Трибал, Димарк, есть СС? Трибал по Мурлокосу дашь, а Динмарк по Нарти. А, на мне есть СС Мурлок. А, хорошо. Тогда трибал дашь по Нарти, а Динмарк есть у тебя СС? Беги, ныряем. Малышка, беги. Еще 2-3 раза дернем, наверное. Держитесь. Держитесь, держитесь. Протстойку нажми, Гиена. Дал незыбку, готовь массакру. Как исчезнет босс. Массакру давай. Чё? Вон там квадрат задвигался, видать, лишний моб. Не, или не помри. Давай Киризай тоже массакру какую-то дай. А то мобы что-то стреляют. Если что... Вот Скука и кто там, и Соломка, на свое усмотрение гимн ХП готовьте. Если будет тяжко со всеми, по мобам сильнее. Стражи сведите в одно место, чтобы милики максимально быстро их убивали. В одно место, а не два и один. Вот танки, вас двое сведите, пожалуйста. Под 2 балла не зайди. РДД, мультидоты. Так, сейчас эту дуру грипнуть попробую. Во, намажем. И ту еще добейте, лоу хпшную. Череп поставил. Падать вообще нежелательно. Очень тяжко. ДЦшник минус. Да, зря мы, наверное, сюда пошли, надо как-то апаться в других инстах. Короче, сейчас... Чё, все сыпимся, да? Давай, падаем. Я вот не знаю, еще разок. Или пошли сразу слепца. Если его не щелкаем, то тут делать нечего. Пойдем куда-нибудь в другое место.